Да. Что вы знаете о кассационном суде? Это последняя попытка оправдаться. Улива, сейчас машина собьет. Осторожно. Спасибо. Боже, ты не хочешь, чтобы я была под машиной? До 9 числа ни в коем случае. Эти расходы дополнительные. Замок Святого Ангела. Очень мощное место. История, название говорит сама за себя. Боже, Рим — это любовь. Так, ну а мы приехали в замок Святого Ангела. Очень интересная история. В 504 году, когда Рим и Италию поглотила чума, папе приснился сон, что Михаил Архангель вставляет меч, и чума прекращается. И на следующий день чума прекратилась. Поэтому этот замок получил название «Замок Святого Ангела». Сколько раз приезжала в Рим, и каждый раз, как первый раз. Место силы, город силы. Каждый раз можно что-то узнавать, изучать. Замок Святого Ангела. Просто сижу и кайфую. Наслаждаюсь. Очень сильное место. Место названо так, я уже вам говорила, потому что папе приснился сон, что Архангель Михаил встал в меч и прошла чума. Вообще. Всегда верьте в чудеса. У хороших людей мечты всегда сбываются. Помните. Мои хорошие, сегодня мне доставили классный бокс из Литуаль с продуктами по уходу за волосами. Вы знаете, из-за постоянных съемок я часто использую стайлинг, плойки, фены, которые сушат голову и волосы. Мне приходится особенно внимательно следить за волосами. Ну вот храм Святого Петра. Строился 120 лет. Начинал Браванте, заканчивал Микеланджело. Микеланджело очень много построил для Рима. Ватикан. Вот здесь собирают аудиенцию Папа Римский. Ватикан – это отдельное государство внутри государства. Народу, конечно. Я приехала в свой самый любимый ресторан в Риме. И вы представляете, почти 11, но еле нашла стол. Чтобы вы понимали, да, за окном идет дождь. Алло. Алло, алло. Я рассказываю своим подписчикам так. Про ресторан. Надо объяснять или надо объяснять?